Поспіла фест. Відносно нова традиція у Дніпрі. Її народженню сприяла подія трагічна. Після хвороби пішов із життя поет, музикант, автор пісень, письменник Андрій Поспєлов. Він же був лідером музичної формації «Прощай, Декаданс». Рідні Андрія та його друзі, музиканти та поети знайшли гідну форму увічнити його пам'ять. Так і з'явився Поспєлов фест. Скоро він відбудеться знову, коли саме, де і що там буде, розкажуть наші гості. Це Людмила Поспєлова і Світлана Кульбашна. Доброго вечора, добрий вечір нашим гостям. Добрий Итак, вечір. Какой год уже нет Андрея и какой по счету будет фестиваль? Я отвечу, 3 года как нет Андрея, и у нас будет 4-й фестиваль его памяти. Как раз 16 июня он состоится, и как раз 16 число у нас так совпало, что как раз 3 года и 4 месяца, как нет Андрюши. Угу. Ну, я помню, что в прошлом году мы встречались в этой студии, мы говорили о подготовке прошлогоднего фестиваля, и тогда прозвучало, что будет начата или будет продолжена работа над таким вот творческим материалом Андрея, да, вы хотели издавать что-то, книгу или сборник стихов. Получилось, все получилось? Ну, еще не все получилось, но работа у нас идет. Хотели мы издавать диск с песнями Андрея, и как раз группа «Прощай, Декаданс», которая будет представлена и на этом фестивале, занимается тем, что воплощает в жизнь те песни Андрея, которые при его жизни не были ни записаны, нигде не звучали, никто их не слышал. Вот, и кое-что будет представлено как раз на этом фестивале. То есть мы работаем. Работа, да, наверное, нелегкая, да, работа нелегкая, в наши дни, да, требующая много времени, но тем не менее мы ее не бросаем, мы продолжаем, мы хотим, чтобы дело, творческое дело, наследие Андрея нашло продолжение, жило. Давайте подробнее о фестивале. Что будет, как пройдет, что планируете? Фестиваль, как я уже сказала, 16 июня у нас состоится. Его формат, он уже стал, скажем так, традиционным. Мы выезжаем к Светлане Кульбашне в ее замечательный ландшафтный парк. Надеюсь, Света расскажет немножко более подробно о нем. И там у нас проходит Поспелов фест. В этом году у нас очень большая разнообразная музыкальная программа. Будет представлена целых 6 групп. У нас впервые так много музыкальных коллективов. И они очень разнообразные. Это и известные композиции, мировые хиты прозвучат в исполнении Right Now Band группы. Это и кельтские мотивы от The Wickerman. Это и, как я уже сказала, «Прощай, Декаданс», это «Cats Home», которая представляет джазовые композиции известные, плюс собственное творчество, «Гурт Трем Тило», молодая команда, вот сами захотели у нас участвовать, попросились, и очень интересную музыку собственного исполнения предложат на украинском языке. То есть программа будет очень разнообразная. Кроме того, планируется выступление поэтов днепропетровских, которые прочтут свою поэзию и стихи Андрея, поскольку он и поэт. Вот. Ну и, естественно, прогулки, естественно, общение замечательное. Все это продлится где-то до 21-22 часов, и комфортные автобусы увезут гостей обратно в город. Сейчас мы о доставке поговорим немножко позже. Вот вопрос Светлане. А вы сестра Андрея, правильно? Да. Чудесный сад, очень много слышала о нем, не была, к сожалению, ни разу. Вот хочу спросить, возможно, в вашем саду что-то есть такое, что напоминает вот об Андрее, ассоциации какие-то, какие-то места, какие-то, я не знаю, локации, вот конкретно о нем, в память, возможно. Вы знаете, то, что напоминает, наверное, напоминает, но то, что мы сделали этот фестиваль и то, что он проходит в парке, это не просто напоминание, а это вот постоянное присутствие Андрея. То есть мы за эти 3 года сделали так много для того, чтобы пройти по пути, что уже теперь и сцена для фестиваля, уже там и что-то еще для фестиваля. И фактически для меня это, наверное, больше проект не про Андрея, потому что люди уходят, и остается память, да, мне ничего не мешает помнить об Андрее. У меня это скорее про Люсю, про то, что, про жену его, да, про то, что
ей тяжелее всего пришлось. И то, что она стала заниматься фестивалем, позволило ей выкарабкаться. Может быть, это какой-то пример и для других людей тоже. И, наверное, для меня этот проект закончился бы, потому что Люся таки выкарабкалась. Люся выкарабкалась, она вытянула группу, она занимается вокалом, она поет, и она живет. И это очень важно. Для меня самое важное именно вот эта вот составляющая фестиваля. А закончился бы проект, если бы этот, он не был еще и про милосердие. Да? То есть милосердие в той ситуации, в которую нас забросила сейчас жизнь, наверное, один, ну, если не единственный, то один из маркеров, который позволяет нам считать себя людьми. И, наверное, этот фестиваль теперь будет жить уже даже не в память об Андрее, да, имя звучит, да, уже не для Люси сегодня, потому что она выкарабкалась, а в помощь детям, которые нуждаются в этом, и в помощь нам, чтобы мы считали себя людьми. Когда мы проявляем милосердие, да, когда мы помогаем ближнему, мы считаем себя людьми. Мы вправе считать себя людьми в той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Людмила, все так? Действительно, вот с абсолютно содержанием так. Фестиваля все так? Спасибо, Света. Да, действительно, для меня этот проект уже тоже не только и не столько об Андрее, а о том, что мы делаем все вместе вот этим проектом «Доброе дело». Его именем как бы мы делаем «Доброе дело», и мы собираем средства посильно, как можем, сколько можем, благотворительно, абсолютно, да, и передаем их на различные проекты, в основном это дети. В данном случае, в этом году у нас он отличается от предыдущих тем еще, что у нас есть конкретно целево, мы собираем средства на лечение молодого, талантливого, будущего музыканта, мальчик Дмитрий Белый, ему 17 лет, и сейчас он борется с лейкозом, и вот всех приглашаю присоединиться к этой акции и посильно внести вклад в то, чтобы ребенок получил шанс на будущее, на счастливое, замечательное, здоровое будущее. Сбор средств будет вот только добровольно, кто сколько может, или это будет стоимость билета обязательно фиксирована? Ну, мы зафиксировали стоимость билета, это будет 250 гривен со взрослого, дети до 16, вход бесплатный, но оплачиваются места проездные в автобусе, это будет 75 гривен, если ребенок едет на основном месте. К сожалению, затраты тоже существуют, и их тоже нужно как-то погашать, вот, но мы надеемся, очень хотим, чтобы горожане, не только горожане, все неравнодушные люди услышали, узнали о нашем проекте, и чтобы они к нему присоединились к нам и посетили наше замечательное мероприятие, потому что вот мы все живем как-то, и, наверное, каждый думает, что надо бы сделать что-то хорошее, надо бы как-то помочь, очень много людей нуждаются, очень много людей там болеют и так далее, как ты поможешь, что ты сделаешь? Вот мы предлагаем такое альтернативное решение этому вопросу. Во-первых, вы проведете на свежем воздухе время, во-вторых, в замечательной компании, в творческой среде, и в то же время вы сможете реализовать вот такую вот помощь, и душе вашей будет от этого, я думаю, что благо. Ну, ваш фестиваль уже знают, я думаю, что он уже стал традиционным, и нужно продолжать, будете ведь продолжать, правильно? Думаю, что будем, да, и действительно фестиваль ждали, я сталкиваюсь с мнениями, что люди сами звонили, спрашивали, а когда же, даже еще когда не было известно дата, еще ничего не было известно, то уже люди ждали, и люди записываются к нам. Кстати, бронирование мест в автобусе обязательно, просьба делать это либо по телефонам, либо есть у нас сайт, у нас появился ресурс собственный, pospelovfest.com.ua, и там тоже есть регистрация, страничка с регистрацией, можно зарегистрироваться через сайт. Вот я сейчас афишу покажу нашу, не знаю, видно ли здесь будет телефон, я могу... Ну, вы можете озвучить, если есть такая необходимость. Озвучить. Ну, я озвучу, если есть такая возможность, почему бы не использовать ее. 050-130-84-93 или 067-637-39-39. По этим телефонам звоните, пожалуйста, мы вас запишем и будем вас ждать в 15 часов. У нас отъезд, сам фестиваль начинается в 17 часов, в 15 у нас отъезд, площадь
Раньше называлась «Красная», теперь «Троицкая 3». Арт-центр «Квартира» находится там также, может быть, кто-то знает. И оттуда будут отправляться автобусы. Если придут без записи, тоже ведь будет будет сложнее, если придут без записи. Поэтому просьба записаться. Опять же, можно не звонить, повторюсь, можно найти в интернете поспелов.fest.com.ua и зарегистрироваться там. Но регистрация у нас желательно обязательная. Вот нелегкое дело, я еще раз повторю, организация подобных фестивалей. Если вдруг, я не знаю, кто вам помогает сейчас, но если вдруг поступят предложения от городской власти, например, поучаствовать, помочь, не знаю, как-то взять под крыло, согласитесь, пойдете? С удовольствием, и мы, в принципе, давно этого ожидаем уже, и у нас уже потихонечку появляются спонсоры. Кстати, всех приглашаем к сотрудничеству, актуально даже сейчас, даже для этого феста, любые пожертвования, либо какая-то помощь, там те же автобусы, вот свет у нас вот сейчас, возможно, закроется этот вопрос с сценическим светом и так далее. То есть много вопросов, которые организационные, которые требуют финансовых вложений, к которым мы приглашаем спонсоров. И, конечно же, хотелось бы привлечь внимание городских властей, городских, я областных, надеюсь, потому что здесь и город, и область, они как бы, мы из города людей приглашаем, в общем-то, в нашу область, там есть замечательное место историческое, собственно, Света. Светлана, как сад выживает сейчас? Живет, процветает, живет, цветет. Живет и процветает. Все хорошо, да? Живет и процветает. То есть помощи городской власти не требуется? Нет. Или требуется? Мы справляемся сами. Сад цветет сам. Ну что, приглашайте, да, на сегодня время заканчивается наше. Приглашайте еще раз, уточняйте, призывайте. Спасибо большое 9 каналу за помощь информационную, спонсорскую. Также хочу сказать спасибо арт-центру «Квартира». Это наш постоянный спонсор, организатор. И приглашаю всех 16 июня посетить фестиваль «Поспелов Фест», который состоится в ландшафтном парке Светланы Кульбашной в поселке Войсковое. Это благотворительный фестиваль. Вход стоит 250 гривен. Регистрируйтесь, пожалуйста, звоните, ищите нас через соцсети, Facebook, интернет. И регистрируйтесь, приезжайте, пожалуйста, к нам. Будем вместе делать доброе дело. Спасибо вам, желаю удачи, пусть все пройдет так, как запланировали, и пусть помощь, та, которую вы планируете оказать, действительно принесет, поможет вот этому парню. Будем надеяться, обязательно. На лучшее. Спасибо за визит к нам. Я ще раз нагадаю, що гостями студії були Людмила Поспєлова і Світлана Кульбашна. Ми говорили про музичний фестиваль, який відбудеться найближчим часом, 16 червня.